одинокий маленький пляжик в частном районе. Коммуна к нему построила несколько подходов. Я как минимум вижу 3. Длинные коридоры, но это радует. Хотя бы таким образом, по длинным бетонным коридорам можно пройти почти что. Ну, это натуральный пляж. Дать не взять. Пальмы, справа олеандры, слева оливки. Вдалеке просматривается скайлайн города Марсель. На этот раз мы отмечаем день рождения Алана. Сначала это была маленькая вечеринка на двоих, ну а завтра к нам придут его дети. Друзья, деревушка Кари-ле-Руе, это, конечно же, не Канны, не Ницца, а очень простая местность. Тут живут простые люди, и, соответственно, лодочки у них очень маленькие и простые. Я вам уже говорила, какие есть запреты здесь на пользование пляжем. Увидели новый запрет? Нельзя пользоваться мылом, чтобы рыбки не пострадали. Уже который день штормит. Что интересно, вода стала цвета, как на Лазурном берегу. Мы находимся немного к западу от Лазурного берега. Это голубой берег или синий. Но не лазурный, а вода тут как на Лазурном берегу. К нам пришел гость. Или это гостья? Тебя хозяева, наверное, уже ищут. Хозяева уже машину упаковали. Она, ей так у нас нравится, она не хочет уходить. Решили на обед сделать омлет. Обжариваем грибочки. Немного чеснока, соль, перец, рубленная петрушка, кусочек омлета на обед. Морской окунь начинен фенхелем. Пойдет сейчас в духовочку. Рис с кабачками. Кабачки притушенные на оливковом масле и немножко чеснока. Алан подогрел тарелки в микроволновку, чтобы еда не так быстро остывала. О-ля-ля! О-ля-ля! О-ля-ля. Я говорю ля-ля, а Алан говорит ла-ла. О-ля-ля. 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 Все здесь джоз. Ой. Помету. Алан простудился, мы ему делаем ингаляцию маслами. Шри, it's not Halloween now. Ждем в гости детей Алана.
отмечаем, продолжаем отмечать его день рождения. Грибочки подготовлены, грибешки тоже. Пюре из сладкого картофеля, пюре из тыквы. Причем делали это пюре без воды. Добавили только оливковое масло, пряности. И так вот томилась эта тыква, чтобы в ней не было вкуса воды. Чтобы, да, был оригинальный вкус, а не водяной. Готов десерт, фруктовый салат. Остальные фрукты, которым не удалось попасть в салат, ждут на балконе. Погода чудесная. Море штормит, но светит солнце, небо голубое. Что еще нужно для счастья? Алан рубит петрушку для грибов и для гребешков. Аперитив. Слоеное тесто с сыром. Тесто должно было быть хорошим и особенным, но что-то оно, по-моему, не удалось изготовителям. Посмотрим, что выйдет из всего этого предприятия. Гостей пригласили на 12 часов, уже 12:15, но во Франции не принято являться ровно в то время, в которое вас пригласили. Прилично будет опоздать. Вот мы и ждем с Аланом теперь наших гостей и думаем, насколько же они опоздают. Но уже ясно, это настоящие французы. Все горит в руках Алана. Ой. Hello. 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 Oh, hello. Hello. Je travaillais. Ouais. Et quand je suis rentré, bah, elle avait mis la déco. La décoration. Moi, c'est joli, hein. Alan рассказывает про декорацию, которую я сделала к его дню рождения. Qui se baigne, enfin qui nage. Ouais, non, mais on pensait. Regarde là, t'as des plongeurs là en face. Ah ouais. Mais ils ont des bouées, mais c'est pour... Ils ont les nains, ils ont les petits plonges, ils ont leurs petits nains. Privet. Le matin, il fait la traversée complète. Ah ouais. D'un point là, à la maison ici. Là, ils sont contre-vent. Il est en combinaison et il ne s'arrête pas, le gars. Et donc ? Où est-ce qu'on pose le truc, papa ? Hein ? Où est-ce qu'on pose ? Pour les vêtements. В белом полувере это сын Алана Сильван, это дочь Изадора и подруга Сильвана. Explain. Nice present. Ah ouais. Merci. Ça, c'est très bien. Tu vas pêcher et voir. Ouais, c'est des soifs quoi. Allez, là, on va sur le... Regardez. Ah oui. Ça, toi. Ouais. Voilà, c'est des olives, déjà. Chacun son truc. Tu vois, c'est spectaculaire. Во Франции шампанское, еще шампанское, а не игристое вино. Да, кто не в курсе, рассказываю историю. Путин решил, что шампанским в России может называться только советское шампанское, российское. А французское шампанское, это оказывается игристое вино. Французы в шоке. Подарочки. Ça dit quelque chose ou pas? Ah oh bah oui, bien sûr que oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est something like that I found at home. Ah oh, oui. We saw that it might be cool for him to get it out. Get it mm-hmm. back. Ça c'est vieux ça. Ah oui. Voilà. Rétro. Oui, rétro, ouais. Oui, ah oui. Tiens. Oh là, c'est quelque chose. Maybe it's not rétro. What is this? Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est? Ouh, glou. Something to drink. Wow. Dans le sens. Oh là là, un japonais. Ouais. Ah, non, 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 c'est pas le. Ah non, c'est un whisky japonais. Wow, je le sais pas, je connais pas celui-là. Japanese whisky. Wow. Very nice. Японский виски. Ice cubes, ouais. Whisky, ice cubes and glass. Mm. For whisky, service complete. You put in the freezer after. It's like an ice cube, but you don't have the. Ah, water. Okay. Ouais. Very nice. C'est it's a stone. Stone for whisky. Wow. Whisky stone. Wow. Ouais, voilà. Piano, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Non, Yves Saint Laurent. Oh, oh. Parfum at Yves Saint Laurent. Mm-hmm. Very chic. Oh là là. Réclame, tu vois, ça se dit pareil en russe et en français. Réclame, ça
C'est la police. Ouais. Ah ouais. T'as plein de trucs. T'as... Oh, c'est pas mal. Ah oui. Je vais pouvoir sentir bon. Hein. Et tu vas pouvoir aussi être bien habillé. Non. Oh, it's not finish. It's not my birthday, it's Christmas. Un boxer, un slip. He never has real underwear. J'en ai. Ah ouais. Wouah. Oui, that's the same idea. Ah ouais, avec un petit éléphant. Putain, oui. Je l'ai pas vu, c'est pas tous les jours, hein. Ah ouais, le système de système est vachement réduit. C'était quoi, Camille, déjà? C'est le sou, bon appétit, bon appétit, hein. Oui. C'est énorme. C'est maintenant. Vous faites une petite pause ou pas? C'est pour savoir. Немного чесночка. Алан смешал коньяк и анисовую водку, наверное. К дню рождения мой сын Роман подарил Алану магнитофон JVC, которому лет 40. Он заменил динамики и аккумуляторный блок вместо батареек. На это у него ушло часов 30 работы. Вино называется «Смеющиеся курицы». Merci, papa. Photo for Céline. Ouais. Tu voudrais pêcher de là? Non, mais j'ai repéré un rocher là. Mais viens là. Ouais. Le rocher qui est là, là, tu te mets en haut. Tu sais, j'ai vu à l'arrêt. Oui, j'ai vu. Ils prenaient les plombs, ils les emmenaient plus loin. Ah, c'est une vidéo. Happy birthday. Nice birthday. Very nice. Bye bye.
только что приехала в Швейцарию, и вот первый раз в жизни у меня делают досмотр. Спросили паспорт и сертификат на ковид. Проверку делают. Короче, труба. Уже я который раз заезжаю сюда из Франции или из Германии, у меня ничего не проверяли. А вот сегодня строгости наступили. Жду поезд в Цюрих. Конечно, это был такой легкий шок. Я не ожидала, что на границе между Францией и Швейцарией на швейцарском вокзале будет такой допрос с пристрастием. Ну, были пограничники очень приветливые, все проверили и с миром отпустили.